Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Влад, и вы на канале Riddle Smart Shop. И сегодня мы вновь продолжаем проходить BioShock. Погнали! На прошлое видео появилась жалоба на нарушение авторских прав. И, соответственно, я решил музыку убавить. Я поставил на двойку, чтобы было ее слегка слышно, чтобы алгоритм YouTube, ну не знаю, он может услышать ее, может нет. Просто если что, можно было бы убежать. Если уж слишком будет громко слышно, то просто. А где девочка? Короче, я просто поставлю музыку на ноль и все. Это что за нахер? Так, куда нам надо-то вообще? Я забыл уже. В подвал мы, по-моему, не ходили. Вот этого чувака я убил. Ладно, погнали. Вот здесь вот маленькой девочки еще. А, одна маленькая девочка осталась. Он автоматически, ничего себе. Сейчас. О, маленькая девочка. Окей. Так, у нас полты ловушки. Погнали вот. Ой. Пошел нафиг. Нафиг пошел. Что к черту вообще? Ой. Иди к черту иди. Ёлки, ну ты бегаешь, конечно. Да пошла ты к черту вообще, а? Воу. Побежали, короче. Это был придурка. Не убил, что ли? Офигеть, убил. Вот так вот ты еще встань. Ты что, опять ее поймал, что ли? А, нет. Воу. Ну иди сюда. Что, не нравится, да? Нравится, тварь? Блин, я капец аптечек потратил. А где девочка-то? А ну иди сюда. Эй! Вот твари, блин. Со спины нападают даже. Слышь? Иди туда. Thank you, mister. Thank you. Воу. Слышь, ну иди туда. Совсем уже охренели, а? Все, у меня ничего не осталось. И что у меня есть теперь? Да, блин.
меня есть. А где? А, он где-то на втором этаже ходит. Короче. Блин. Где она теперь? Где эта грёбная аптечка-то теперь? А, вот. Охренеть, её кинуло, конечно. Окей. Так, здесь у нас протечка. Как у тебя протечка? Ладно. Капец, а так и... А ты чё за бронирует-то такое стекло? Чё давление-то не давит вообще на стекло? Нормально. Оно давно-давно уже было полностью разбиться. Его должно было выдавить давление. Мы же на такой глубине, ёлки-палки. Вы смотрите, мы на какой глубине. Ладно, я не буду хейтить до такой степени. Табак Роберт. Главные жители Восторга вовсе не подписывались, чтобы мы из правительства закрывали кладки, убивали людей, даже такого негодяя, как Фонтейн. Вместо того, чтобы разобраться по-хорошему, Балан вбил себе в голову, что объявит нам войну. Таким он себя считал. Чёртовым Джоном Уэйном. С этим мы можем разобраться. Можем. И вот что мы сделаем. Мы отыщем завещание Фонтейна и устроим так, чтобы то, что ему принадлежало, отправилось куда положено, а не к нам в карманы, тем, кто его закопал. А никто не помнит код? Я чё-то не помню. А сколько я могу взломать? Ну, давайте один раз взломим. Мне кажется, ничего страшного. О, картечь мне нужна. Это вещь нужная. А особенно сколько бабла. Вот это красота вообще. Красота красотечная. Или как еще можно сказать? Я уже думал, этот чувак сюда зашел. Так, иди к черту. XXX. Нормально. Сад Евы XXX. Давайте сохранимся перед тем, как пойти туда. Окей, погнали. Кто же это? Неужели сам Эндрю Райан? Иди сюда, тигр. А вот сейчас мне напомнила Мэри Джейн из Человека-паука. Какая тебе нахер тигр, блин. Это генный банк. Специальный конвертер. Блин, я взломчик не могу сделать. Ой, черт. Так, тихо. Вот это была сейчас музыка. Принять. Все, извините, как бы, но музыки не будет. Это абсолютно нечестно. Музыка-то по-любому какая-то известная. Мне так кажется. Вау. Опять какие-то галюны. Так. Нет, не надо. Тоже не надо. А здесь что есть? Что есть, чего нет? Ага. В общем, как обычно, одно бабло, одно бабло. Так, давайте-ка сохранимся. И пойдем дальше. Блин, жаль, что вот так вот за музыку банят вообще. Жалобы эти все.
Это так нечестно. Так, стоп. Сад ее... А, это мы еще здесь. Так, панель отключения робота. Ни хренашеньки. Не, пошел к... Я еще там не закончил. Теперь надо здесь закончить. Потом туда пойдем. Я думала, ты забыл про бедняжку Жасмин. Очень рада, что ошиблась. Простите, мистер Райт, я не знала, что Фонтейн имеет к этому отношение. Я... Что вы делаете? Нет, не надо, прошу вас. Я любила вас. Нет. Ты что там творил? Ой, не надо мне тут. Он что, изнасиловал, что ли, или что? Что здесь произошло? Это жуткая доктор Тененбаум мне обещала, что это будет не настоящая беременность, что они вытащат зародыш, как только мы с мистером Райном. А мне так нужны были деньги. Но я знаю, что Райн все выяснит. Узнает, что я была неосторожна. Узнает, что я продала. Мистер Райн так на меня рассердится. Да. Проблемы того века. Тут вообще какое-нибудь... А служи! Он кем себя возомнил? Короче, пошел к черту, и мне нужно еще патроны забрать. О, сейчас можно будет его. Ты же маг у нас, да? Вроде как. Да. И пусть теперь этот старый кретин попробует меня тут удержать. Три сохранения за 13 минут. Вообще огонь. Так, А, здесь труп еще лежит. Вау. Капец, их хер убьешь, а? Не дохнет, твари, и все. Так, это мы на втором этаже, значит. Ага. Я нашел дверцу. 4 сохранения за 14 минут. Нормально. Блин, бабло. А смотрите-ка. Да, камера следит. Казино Фортуна Фараона. Крутое название. Стоп. А где ты? Тихо. Пойдет. Так, это музыка. Музыки у нас не надо. Ой, а нахрена я это сделал?
работал. Ах ты, тварь! Гони деньги, тварь! Где мой выигрыш? Почему я Пикати не могу дать? Тварь. Нет. О, сейф. О, труп. Да, блин. Ну ладно, пойдет. Так, мне же универсальный конвертер. Срочно, прям. Срочно. Это генный банк. Ой! Я только хотел сказать, и это все? Мне было велено прикончить Анну Калпепер, но это же не гангстер и не какой-нибудь политический прихвостень. Это же просто чокнутая девица, написавшая пару песен, которые пришлись Райну не по душе. Жестоко. А чё, и все? Я только ради этого, что ли, сюда? Всего лишь. Хоть водички есть. Так, второй этаж. Что у нас здесь интересного на втором этаже? Ага. Что за кислое личико? Слышал, что творится на площади Аполлон? Говорят, там людей сажают в клетки. Опять ты за свое, Мэри. Слушаешь глупые сплетни. Стоп, а я же вроде сюда уже ходил. Загнала туда всякое оружие, пока совет не соберется их судить, как положено. Я слышала, там людей казнят. Каких только глупостей не болтают. Не надо поддерживать атласы. Вы живые, да? Всю эту чушь. Помни, Мэри, капец. Безопасность восторга — это и наша такое? Безопасность. Зачем их облили? Капец. Моя коллекция почти завершена. Ага. Вот давай посмотрим, кто тут настоящий художник. Скажи ему, что его музыка лучше горит, чем звучит. Окей, а кому это сказать? Восторг Рекордс. О! Здесь записывают музыку. А чё я нихера ничего не вижу? Он уборщик у Райна. Тот повсюду гадит, а Коэн за ним прибирает. Но вместо того, чтобы это делать как положено, лопатой, Коэн использует прилипчивую мелодию и удачно схваченные кадочки. Однако, как бы сладко оно ни звучало, капздец. Никуда не скроешь. Это полный капздец. У меня кое-что есть для... Тихо. Моими котятами. И что это такое? А ну пошли к черту. Иди к черту, я сказал. Что здесь еще есть? Что ты там бегаешь? Иди сюда. Старых стервятник, отнимающих друг у друга палочки. А где остальные-то? Где остальные? Ни хера ничего не вижу. А, ну, фотопленка мне нахер не нужна. Окей. Тихо. Так, а есть что еще? Так, а куда мне теперь? А, вот сюда вот. Эх, а птичка. А это что за комок говна? Или что это? Это мишка, что ли, какой-то? Обгорелый, что ли?
еще и пепельница. Мои котята! Вы убили моих котят! А ну сдохни! А ну сдохни, я тебе сказал! Он был паршивцем и моим любимчиком. Но, кажется, так он мне нравится больше. Бери его чертову фотографию. Чик-чик. Ясно, все ясно. Ты порхаешь вокруг форта и отнимаешь жизни на лету. Ты не мотылёк, ты ангел. Я никогда не рисовал ангелов. Наверное, стоит попробовать. Так, пойдемте еще за одной аптечкой. Я так понимаю, мне обратно туда возвращаться, а потом обратно сюда возвращаться? Это же Тухтова. Восторг напоминает. Всем нам нужно оплачивать счета, и искушение нарушить комендантский час, чтобы добыть еще немного адама, простительно. Но само нарушение непростительно. Соблюдайте. Так, давайте-ка сохранимся здесь и пойдем туда. Если что, мы можем вернуться обратно. Хотя, мне кажется, она не даст мне еще кого-то сфоткать. Мне кажется, не даст. А что, я не опускал, что ли, еще до этого? Странно. Окей, мне нужно в атриум. Сейчас опять по-любому кто-то на меня будет нападать. Мэри, что ты вдруг загрустила? Никак не могу разобраться в своих чувствах. Что, какие-то помехи, что ли? Трое из четверых. Что за взгляд? Тебе это не нравится, да? Мне не нужно, чтобы ты меня судил. И никто другой тоже. Идите все к черту! Идите к черту, проклятые маловеры! Вот и все, что я хотел вам сказать. А что, никто не будет нападать на меня? Лети прочь, мотылёк! Лети! Ну пошел к черту! И ты тоже пошел к черту! Улыбайся! Улыбайся! Спасите, помогите, убивают! Где ты, тварь? Что завис-то? Вот так вот. Че, все? Нет, смотри-ка, еще не все. Прошу прощения за выплеск эмоций. Тебе придется извинить старого дурака за его артистический темперамент. Миг рождения уже так близок. Родовые муки способны затуманить рассудок и вывести из себя даже самую утонченную натуру.
Ага.